Дорогие братья и сестры, мы рады вас приветствовать. Пожалуйста, присаживайтесь. Дело в том, что у нас с вами декабрь. До Рождества остается всего лишь каких-то 4 воскресных собрания. И по традиции, которая у нас уже в церкви, уже последние несколько лет, мы с вами зажигаем свечи Адвента. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы, помните, создать вот эту вот атмосферу Рождества, чтобы мы еще раз вспомнили о том, что и подготовили наши сердца, о том, что Иисус родился в Вифлееме 2000 лет назад. И мы очень хотим, чтобы через эти свечи Адвента, через это ожидание, на самом деле уже к концу месяца, наши сердца были готовы, и чтобы Иисус родился в наших сердцах. И традиционно свечи Адвента зажигают у нас семьи из церкви. Они обычно выходят, рассказывают какие-то истории, связанные с Рождеством, семейные традиции. Но сегодня будет немного необычно зажигаться свеча. Дело в том, что у нас будет ее зажигать семья Порощуков и уже Крюковых, которые к ней присоединились. И так как в ней почти все музыканты, то рассказ будет носить, соответственно, в музыкальной форме подаваться. Поэтому давайте вместе с вами под аплодисменты пригласим главу семейства Игоря, и он через музыку расскажет об этой семейной традиции. Thank you.
Да прославится имя Иисуса Христа в это утро. Я рад, что все-таки основа крепкой церкви – это крепкая семья. Аминь. И это моя крепкая семья. Большая. И знаете, она увеличивается. Вот уже появился Федор Михайлович. Ну, что сказать про нашу семью? Она очень, очень добрая, очень веселая. Я хочу, чтобы Наташа, вот как бы, может быть, представила всех. Здравствуйте. В нашей семье Игорь играет, я иногда говорю. Знаете, я хочу сказать, что я очень рада вас всех видеть. И сердце переполнено радостью от того, что мы стоим здесь, и по нескольким причинам. Вот те несколько лет, когда зажигаются свечи Адвента, я, сидя в зале или сидя дома, всегда думала, как бы здорово и нам здесь оказаться. Может быть, и нас однажды позовут. И вот сейчас, я прямо сейчас поняла, почему же мы сейчас здесь, потому что самый младший член семьи будет встречать первое Рождество в своей жизни. И вот мы здесь оказались. И, наверное, еще одна причина, по которой я очень рада. Первый раз мы в церкви появились на служении в 96-м году или в 95-м. Но как вы думаете, кто проповедовал на этом служении? Это был пастор Василий. Поэтому здесь тоже есть такой небольшой... Ну, знак или... Это тоже очень радостно. И я хочу просто коротко представить Игоря Порощука. Вы все знаете, он глава семьи. Вы его все хорошо знаете. Наши сыновья Александр, Евгений, Семен. У меня есть родная сестра Светлана. Она служитель и прихожанка другой церкви, но она член тела Христа. Аминь. Это наша со Светой мама. И наша дочь Ксения, которая объединила нас с другой семьей, семьей Крюковых. И самый, так сказать, старейшина их семьи, Валентина Николаевна. Мама Наташа, мама Миши. Тетя Аня, которая тетя Миши. Все мы много лет являемся членами тела Христа, членами христианских церквей. Мы тут представляем две церкви. Но нас объединяет любовь, действительно дружба и желание служить, желание стремиться познавать Бога. Да, и я думаю, это правда большая честь для нас сегодня зажигать свечу, первую свечу. Ну, и зажечь, наверное... Первую свечу я хочу пригласить Семена Игоревича и Евгения Игоревича. Первая свеча пророческая зажжена. Да будет прославлен Иисус!